Праздник, посвященный каждому ребенку на Земле. Ежегодно 1 июня в России и еще нескольких десятках стран отмечают Международный день защиты детей. В Люберецких парках для маленьких жителей округа подготовили насыщенную развлекательную программу. На основной локации в Центральном парке работала наша съемочная группа. День лета, жаркая погода и масса развлечений. Что еще нужно для счастья детям? Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы каждый ребенок нашел здесь занятие по душе. Любители творчества участвуют в мастер-классах. Активные дети состязаются в конкурсах, а будущие модели позируют у фотозоны. Каждый день в парках проходят активности. То есть комитет по культуре организовал все подведомственные учреждения, которые в порядке очереди, можно ознакомиться со афишей. В городских парках проводятся разные активности. Ну, сегодня, конечно же, у нас самая активная, самая масштабная программа, то есть участвуют все, никто не остался в стороне. Концертная программа не менее насыщенная. Все активности и развлечения под песни и танцы детских творческих коллективов. Для гостей праздника выступали маленькие артисты из городского округа Люберцы и Москвы. С моими детьми пришли, настроение очень хорошее. Все хорошо. Спасибо за такой праздник, организацию. Поздравляем детишек с праздником. Здоровья, крепкого счастья, благополучия, успехов и в учебе, и все в остальном. Чтобы у них всегда все было хорошо. Ради детей, наверное, мы живем, все делаем. Как бы дети без детей никак. Поэтому вот мы многодетные. У меня трое дочери. Пришли, старшая выступает с коллективом танцевальным «Проденс». Мы пришли их поддерживать, ну и погулять в парке. Какое лето без мороженого. Уже ближе к вечеру виновников праздника угостили любимым лакомством, после чего площадка Центрального парка запестрела яркими красками. Кульминацией Дня защиты детей стал фестиваль «Холли». Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.